Рассказываю. Мы сегодня последний день в кемпинге на Каспийском море. Сегодня едем в горы. Уже собрались. Идет дождь, поэтому не покупаешься особо. Второй день погода плохая. Вот, поэтому нет смысла тусоваться на море. Гром фигачит. Настоящий гром. И дождь. Вот. И поэтому мы поедем в горы. Мы подготавливаемся к поездке. Уезжаем из кемпинга. Помылись, переоделись. Все, уже с концами уезжаем. И у нас следующая точка будет Сувакский каньон. Говорят, очень красивое место. Те, кто туда ездил, очень сильно рекомендуют его как основное, наверное, направление, куда стоит съездить в Дагестане. Вот. Сейчас пока настраиваем планшет, заряжаем, чуть-чуть скачиваем какой-то антирадар ГИБДД. И все, едем. Мы проехали Махачкалу и едем в горы, ну в горах, да? Вот, немножко закладывают уши, любуемся видами гор, интернета нет, наш сериальчик на паузе, поэтому что мы делаем? Любуемся видами красивыми, сейчас буду показывать. И как раз Кару. Вообще испытываю некую слабость, то ли от того, что мы забрали сборы и как бы идет адаптация, либо от того, что я сидела в телефоне и что-то печатала, ну там видео делала, вот, и соответственно немножко такая тошнота и слабость, вот. Ну ладно, буду смотреть в окошко и получать удовольствие. Взяли вот такой вот кофеечек. И нам открывается офигенный вид. Это каньон? Нет, это Кейское водохранилище. На водохранилище. Ой, как красиво. Слушай, да тут купаться можно? Какая красота. Так это вообще шикарно. Такая же погода. В общем, проезжаем мы водохранилище, решили, что, возможно, заедем сюда еще покупаться, а пока у нас цель все-таки каньон Суакский, поэтому мы проезжаем водохранилище, очень красивые виды, и поедем на каньон, но обязательно вернемся, так охота в эту бирюзовую водичку окунуться, просто так красиво, невероятно. В город, который находится в горах. Немножко закладывает уши, чуть-чуть перекрывается машина, но мы едем. Да, нормально. Но закладывает уши, чуть-чуть есть, да? Ну, это да, конечно. Вот, интересно, какая высота здесь? В общем, здесь находится город Дубки. Вот, город в горах. И там рядом где-то каньон этот находится. В общем, такая история. Пока едем, пока все хорошо. Дорога хорошая, кстати.
Да, это поселок скорее, да? Конечно, поселок. Автономные области. Идем кушать шашлычку. Нет. Не шашлычку? Нет, не шашлычку. Блин, так я люди вкусно кушают. Я не знаю. Да, у меня есть кафешка. А. 4, Саша. Понятно. Ну что, будем пробовать? Сюда между блоками? Между блоками? Вот, блоки. Это блоки? Наверх между блоками. Аккуратненько, аккуратненько. Короче, едем по пешеходной зоне. Все тут пешиками, а мы едем почему-то на машине. Нам сказали так проехать на кемпинг. Ну, потому что нам надо на машине на кемпинг. Ну да, это странно как-то, да? Пешком на кемпинг. Все пешком, а мы на машине. Необычно. Что-то это не то. Может туда куда-нибудь? Ну по идее. Может туда вниз? Может туда вниз. Ищем кемпинг по Абдулы, никак не можем найти, все нас ходят то туда, то сюда, сами походят, не знают. Поспугали. Спросить вон дядечка, куда едет. Продолжаем искать кемпинг у Абдулы в Суакском каньоне. Каньон пока еще не видели, но пытаемся приткнуться на ночевочку. Вот, мы люди такие основательные, сразу с ночевкой едем на достопримечательности. Поэтому... Слушай, что-то... Что-то вообще никого нет. Просто пустырь. У меня что-то вообще нет. Да? Такая вот смотровая здесь есть. Глубоко посмотрю я вдаль, понимаю, что это и не то. Шома, это кобыла? Да? А какой запах, а? Чебрец, Башкирия. Ну, в общем, кемпинг. Мы так поняли, что это вот этот вот странный, не особо оборудованный здесь. Я поняла, что у меня есть чувство страха к высоте. И не поняла, что это триггер мой. Блин, я просто боюсь подойти к краю. Вот. Может, это Абдула? Нет.
конечно, что-то похожее на кемпинг. Но вот здесь нет никого. Это что-то похожее на кемпинг, но здесь нету никого, все закрыто. Один деревянный туалет, столики и все. Прям прикольно. Прикольно, конечно. Вид прикольный. Так, в общем, условия тут не особо есть, конечно, поэтому вид красивый, ничего не скажешь, столики, вот, но условий нету. Вид вот как-то так, сидишь за столиком и вид на каньон. Ну что, мы, наверное, здесь не останемся, но немножко посидим, посмотрим. Как-то круто. Вот. Приезжайте на Сувакский каньон. Он вот такой масштабный, большой, красивый, невероятный. Есть над чем полюбоваться. Смешно даже. Мы и в поиске какого-то там сервиса, которого просто... Ой, в принципе, нет. Икаю. Саша вот видит осторожно обрыв и идет туда. К самой табличке подходит. Прям не боится. Я боюсь. Я испытываю дикий страх. Аж икать начала. Очень страшно. Вон, смотри, какой у тебя вид красивый. Внизу. Надо тебе фотку сделать. Просто с... сумасшествие. Ты заснял? Ну так. Просто, мамочки, как страшно. Такой вот обрыв. Такой вот обрыв. Чего? Кругами. Хасан на хлебу хотят. Есть один плюс этой нашей вылазки на смотровую, что мы проехали на машине, и нам не пришлось идти пешком, потому что все люди сюда идут пешком. А мы доехали на машине, посмотрели, сейчас обратно уедем тоже на машине. Лайфхак. Говорите, что вы на кемпинг. Наша машинка вот где-то с таким видом. Только своих, то есть те, кто возит туры с туристами, а так в основном все ставят машину вот на парковке и идут пешком. Вот. Но нам повезло, мы искали кемпинг, нас пустили, нам кемпинг не понравился, поедем на другой. Здесь их, слава богу, два, один вроде как по отзывам получше. Это было бы круто, конечно. Такой кемпинг, палаточка, лесок. Но интернета нет, и мы вот думаем, оставаться или нет. Как бы вот так. Вид тоже тут крутой. Ну, как бы больше похоже на кемпинг, но чем просто тот. Даже уже не знаем, собственно, в дикую походу будем ночевать. Интернет нам важно. Интернет. Зато вид красивый.
Саша нашел матрешку для чая. Прям. Да, пахнет? Да. Надо помывать такую. Держи. Так, ну что, интернета нет. Мы поедем искать интернет. Нам это важнее. Хоть кемпинг и с туалетом. Но, наверное, мы будем искать то место, где есть интернет. Вот. Вид здесь вот такой. Очень красивый. Пойдем свое счастье искать. Да. Они хорошие. Отличные коровки. Вон вымя какое. Бидончик, конечно. Мама, не горюй. Заехали. Машинка. И мы в поисках интернета бегаем по поляне, ищем. Вообще поездка прикольная. Здесь стоят некоторые машины. Уже закат красивый. Вот. Сейчас мы место найдем, приткнемся. Тут, в принципе, есть связь. Все, будет супер. И там смотровая как раз. Вот мы встали, собственно. Собственно. Сейчас пойдем смотреть закат. Ну, немножко, да, тут по-другому никак. Только под наклоном. О, сейчас красивые фотки сделаем. Смотри, как красиво. Смотрите, как красиво. Боже мой. О, май гад. Очень бля. Машина. Идемте, я покажу вам красивый вид Дагестана. Красивый закат. И офигенная смотровую площадку. Смотри, там машина стоит. Нужно подойти поближе. Есть один нюансик. Я боюсь. А вот он не купился. Надо ходить к краю. Тут стой.